Сегодня Рустаму Миниханову презентовали новую инженерную лабораторию Центра компетенций, программное обеспечение от компании «Сименс». Здесь будут обучать студентов и решать прикладные задачи для промышленности республики. Каждый третий казанский школьник уходит после 9 класса. Главной причиной ЕГЭ и желание реализовать себя в рабочих профессиях. В этом году в столице единый госэкзамен и ОГЭ сдают почти 16,5 тысяч учащихся. Самый популярный предмет – обществознание. Необычную операцию провели спасатели. ЧП произошло на Метевской магистрали столицы. В Ливневке оказались утята. На место прибыли сотрудники МЧС Казани. Они достали 5 утят и выпустили их на волю.